Тих-т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 их. Вот надо час, чтобы они успокоились. Это да. Ой! Не успела забрать платье. Столько нет. Дай платье. Из-за того, что они много не виделись. Нежностями я бы это... Дух! Куда? Не назвала. Дай, отдай. Сраза. Платье. Не лезь. Минус телевизор. Нет, нет. Нет, 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 нет. Иди. Дай сюда платье. Дай сюда платье. Мое. И второй тоже, тут же. Дай платье. Отдай. Люся. Люсь. Люся. Отдай. Ну, отдай платье. Люсь, отдай. Люся. Ну, Люся. Отдай. Я тебя укушу. Фу, сейчас, подожди, я его сюда уберу. Это ж срочно нужно было платье, все. Угомонились, нет? Манечка, моя мышка, давай на занавесочки спускайся. Спускайся, моя попа круглая, давай. Да. Ой, вот ты как молодец, да. Люсь, чудовище не звали. Ты тоже по занавесочке, да? Ты тоже моя прелесть, да? Да. Ты теперь покажешь, как нужно по занавесочке давай. Вот так спускаться. Вот. Как опа. Волк. В, ну, погоди. Пошла сама. Красиво пошла. А, вот, мама. Ой, красиво. Кто это у нас так идет красиво в желтых труселях? Так, карандаши. Вадик сейчас будет по всему дому. Плохая, хорошая реакция у папы Вадика. Отдай. Если у вас дома много чего есть лишнего, нужно убрать мусор, выкинуть всякий хлам. Скажи, зовите нас. Да, Люся, мы придем, и у вас хлама будет еще больше. Так. Ангелинин любимый сундучок. Не надо, мама. Что это за человек такой? Это же ужас какой. Ой, ой, мам, не надо ее жалеть. Это ходящий этот самый беспорядок. Вот с ней, с Тёпки, уже хорошо. Иди ко мне, иди, моя мышка. Бит. Любовь. Не вижу. Что? Что? Чего ты на Маню села? Маня, ну сидела бы со мной, вот уж. Люся. Сейчас третий прибежит. Конечно. Куча мала. Нет, я говорю, их надо уже все, уже их двоих. Но если бы не Маня, понимаешь? Может, нам четвертого возьмете? Так. Попробуй только, чтобы эти слова, Вадик, были пророческими. Маловато будет. Я уйду из дома. Где три, там и четыре. Нет уж, да. Нет там уж. Уже... Нет уж, у нас было пять. Я говорю, тогда мамы пропадать начнут, понимаешь? Как в мультике про Простоквашино. Да. Тут этих уже ждешь, когда по вольерам, когда тепленько будет. Еще нас сушат, на ноги поднять надо. Да, да. Тут, ой, 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 пошла, пошла. Жалейка. Один басик спокойный. Мне так нравится, он так лежит. Философский взгляд такой. А Сажик куда-то забился под диван? Да. Был же Сажик в начале. Самый умный. Сажик, да. Он, пока Люська не уходит, Сажика найти невозможно.
Ну, к Басику она интереса, вот когда вырастают коты, она интерес к ним теряет, слава богу, потому что может получить ответочку. Куча мала называется у нас. Из обезьян. Да? Люся. Ты посмотри, какой, а? Люся. Он даже в таком положении умудряется кусать. Все время кусать. Что значит, друзья, мальчик? Хулиган. Давай, давай. Иди. Мальчик-хулиган. Мальчик-хулиганчик, да. Моя мышка, да. Жесть. Люська уже почти успокоилась. Мань, ну куда? Вот. Степа, хватит. Она такое ощущение, что приходит ко мне за какой-то такой поддержкой и назад бежит. Говорит, мама, посмотри, я не хуже их, я такая же уже шустрая, да, Манечка? Нет, ну ловкая так даже в платье. А Люська все угомонилась, по-моему. Вот, дай ему по наглой черной моське. Чтобы он знал, кому не надо лезть уже. Одна угомонилась, второй никак. Одной хватило полчаса. А Маня с шариком играется, да? И зашелся весь. Что там такое? Что в горло попало? А Люська так смотрит, друзья, посмотрите на него уже. Вот такими, типа, что ты это самое? Диди. Угу. Не нравится Басику, что они подходят к месту, где котята, и что они залезли в этот. Люська раз прикрылась. Обошла Басика, прикрылась. Сейчас вы все получите. Мы в таких случаях Басика не останавливаем, потому что он им показывает, что трогать меня уже не надо. Да, Маня? Маня понимает самое первое. Что она уже взяла? Черепаху. Что, вытащила из носа у черепахи? Да. Минус черепаха. Нос. Отгрызла нос. Да. И вытащила наполнитель. Здесь. Казалось бы. Дай сюда. Бася, пошли гулять. Бася. Пошли. Котят нет, никого защищать не надо, пошли гулять. Так, что ты машешь, как... На, забирай черепаху. Уже, казалось бы, все. Все, что можно убрать. Бася, иди, я тебя выпущу. Кс-кс-кс-кс. Бася, ну не идешь, я предлагала. Не-не-не, черепаху надо забирать уже, она уже все. Она ей покоя не даст. Сейчас сверху прилетит к тебе. Давай я. Держи. Так, Басю выпущу сейчас.